16 золотых медалей завоевала сборная Мурманской области по кабудо на чемпионате первенства Северо-Запада России по восточным единоборствам. В этом году в состязаниях приняли участие порядка 500 спортсменов из 11 регионов страны. Мурманскую область представила сборная, в составе которой были и воспитанники спортивной школы номер 17. Вид боевого искусства кабудо зародился в Японии в средние века. На русский язык название чаще всего переводят как «путь воина». Со стороны бои выглядят опасными, но на деле соперники заботятся о соблюдении всех правил, чтобы не причинить друг другу лишних травм. Помимо этого, кабудзюцу, как и остальные виды восточных дисциплин, это прежде всего философия и особое воспитание духа. Совсем недавно сборная Мурманской области вернулась с чемпионата и первенства Северо-Запада России по восточным единоборствам. Состязания прошли в Санкт-Петербурге. На них приехали порядка 500 сильнейших участников. Мурманская область представлялась командой из 28 человек. Из этих 28 человек мы привезли 16 золотых медалей. Три из них на город Мурманск досталось, и все остальные разделились. Печенский район, это поселок Никель и Заполярный. Также были у нас члены команды с Мончегорска и Североморска. Результат, если неофициальный, то у нас первое командное место по Северо-Западному федеральному округу в Мурманской области. И все же опытные бойцы назвать свою победу легкой не могут. Пришлось побороться не только за медали, но и за то, чтобы защитить честь школы. Среди участников было много кандидатов и мастеров спорта, которые, так же как и заполярные спортсмены, за победу бились до последнего. Были достойные соперники. Вот в финале встретился с пацаном, с которым пришлось побороться. Около 10 минут бились. Выиграл. Занял первое место на Северо-Западе. Подтвердил кандидата мастера спорта. Значимая медаль. Первый раз первое место взял на высоком уровне. 16 золотых медалей – это очень хороший результат, уверены участники чемпионата и тренер команды. Однако на достигнутом бойцы останавливаться не намерены. Я готовлюсь уже осенью поехать на чемпионат России среди взрослых. Впереди у спортсменов усердные тренировки и подготовка к чемпионату России, который состоится в ноябре. Для многих это состязание станет одним из сложнейших, однако никто из воспитанников комплексной спортивной школы номер 17 не намерен отступать. Ребята уже приступили к усердным занятиям и нацелились на первые места.